Сталин. Раньше и теперь. Продукт эстонского культурфильма. Внешний вид Таллина сильно изменился за эти годы, но в целом ядро города осталось прежним. Выжгород, Томпе, с башней длинного Германа XIV века, церкви, ратуша, средневековые укрепления, каменные дома ганзейского времени, высокие красные черепичные крыши и многое другое. Но многое также и потеряно, исчезло совершенно незаметно. Помним ли мы еще телефонные столбы на улицах Харью и Кунинга в центре города? Или такой вот сарай у стены? Даже это место выглядит незнакомым, хотя в центре города, у старого рынка. И это в начале Тартусского шоссе. Река в Таллине. Невозможно. И все-таки это утраченная река Харьяпеа. Что это за место? Теперь понимаем. Это рынок, который когда-то выглядел вот так. На переднем плане Национальный театр Эстонии. Но булыжник Ратушной площади асфальтировали, дощатые тротуары тоже исчезли, и теперь вы видите, что все выглядит совсем по-другому. Угол Суркария и Тарнусского шоссе, и не так давно, всего 7 лет назад. Сейчас здесь современные многоэтажные дома с магазинами и жилыми квартирами. Русский рынок огибал маленькую часовню посередине. Теперь все исчезло и заменено на площадь Виру. Петровская площадь. До сих пор тут основание первого памятника Петру Первому. Попробуйте догадаться, что это за места. Котлован на месте старого дома, который раньше выглядел вот так. Все сильно изменилось. Петровская площадь стала просторной площадью свободы, с кинотеатром отеля «Глория Палас» и зданием эстонского страхового акционерного общества. Посмотрите на это место с площади свободы. Сейчас здесь только еловый домик и здание банка таллинских домовладельцев. Розикранцы. Все это исчезло так же, как и название улицы. В
вместо этого мы находим архитектурно красивые здания на пересечении Розенкранца и Пернского шоссе. Пернское шоссе и Вейки Розенкранца здесь убирают и строят, и скоро эти улицы будут выглядеть по-другому. Улица Харидуза. Игрушечные деревянные дома пропали, исчезли, и взамен появилось современное здание больницы страхового общества. И ты не смяги. Откуда это? Старый рынок, и на заднем плане толстая Маргарита. Все это пропало, а взамен прекрасная горка прибрежных ворот и парк. Эти доски были расположены в центре города, ограничивая выставочную площадь. Они тоже убраны. Выставочная площадь обрела новое просторное место. И внешний вид Таллина все еще меняется. Особенно много красоты он приобрел в последние годы. Куда больше внимания уделено систематическому развитию и организации города. Фильм был выпущен в 1939 году, переведен и озвучен на русский язык в 2020 году. Перевод Максим Пушкин, озвучка Вене Томас. Страничка добро.ее.